Ты говорил с ней обо мне? Ей хочется, чтобы ее любили. Есть два вида любви. Любовь интеллектуальная, которая желает добра тем, кого мы любим. Смотрите! Кто будет перечить очевидному? И страстная любовь. Когда мы желаем тех, кого любим. Каждая страсть меняет нас физически. У каждой свои симптомы. Мы определяем страсть по сердцебиению, дыханию и румянцу на лице. Но не доверяйте выражению лица. Оно не всегда открывает правду. Человек может контролировать выражение лица, пряча одну страсть. Мы придумываем другую, противоположную. Не смей плакать! Это моя боль, не твоя. Но сейчас просто любите. Избавиться от вожделения, от бесконечного ожидания. Убрать голоса, что пугают нас. Ее уже так долго нет. Я ни по кому так не тосковал. Ваше Величество, Белль.